Девочки, привет! Предлагаю вам связать вот такую подвеску. Называется «Мышонок в сыре». Маленький милый мышонок забрался в кусочек сыра и застрял там. Сзади у него такой хвостик бантиком. Вяжется такая подвеска достаточно легко и быстро. Я ее связала за 2 вечера. Можно, конечно, и за 1 день успеть несколько связать. Все, конечно, зависит от вас. Сейчас я вам расскажу, какие материалы нам понадобятся для создания вот этого славного мышонка. И приступим к вязанию. Нам понадобится пряжа 5 цветов. Это серый, светло-серый, постарайтесь выбрать. Розовый для ушек. У меня совсем немного, надеюсь, хватит. Красный, зеленый и желтый. Понадобится немного черного ириса. Можно взять швейную нить в несколько сложений. Ей будем вышивать ротик и бровки у мышонка. Понадобится просто швейная нить. Вязала я крючком номер 1.25. Использовала вот такие реснички. Покупала их в магазине Fix Price. Нам понадобится только ресничка на один глаз. То есть мы ее разрежем, и нам хватит на 2 глазика мышонку. Немного белого фетра и серого. Белый для глаз будем использовать. А серый, чтобы вырезать кружочки на сыре. Меня часто спрашивают, какой фетр я использую. Покупаю в магазинах для рукоделия. Вот такой фетр белый. Он достаточно тонкий и в то же время плотный, держит форму. Он не мягкий. Про пряжу я не сказала, что вяжу в основном пихоркой или лотосом, акрил. 300 метров, 100 грамм. Состав и метраж у нее одинаковый, и даже цвета похожие. Поэтому использую в основном эту пряжу. Пихорка называется серия классическая. А лотос — это камтекс. Вы можете использовать любую другую пряжу. От этого, конечно, будет зависеть размер игрушки и вид. Но старайтесь брать пряжу всю одной марки, чтобы не было диспропорций. Понадобится нам еще атласная ленточка. Где-то длиной возьмите 60-70 сантиметров, если что лишнее обрежем. А ширина ленты где-то 0,6 сантиметров. Клей-момент, гель прозрачный. Черные полубусины, 2 штуки. Можно взять бусинки. Они где-то тоже 0,6 сантиметров в диаметре. Мне понадобилась 1 полубусинка, чтобы украсить бантик. Можно пришить бусину или вообще ничего не использовать. Это уже на ваше усмотрение, как вам понравится, захочется. Красный карандаш, обычный для рисования. Я подкрашиваю щечки, внутри ушек. Немного наполнителя. Набивать мы будем только мышонка, лапки его, в ягодки немножко пойдет, сыр, сам вот этот вот круг, он не набивается. Ну и булавки, ножницы, иголки, все как обычно. Видео будет состоять из нескольких частей. Выходить они будут с периодичностью в 1-2 дня, как получится у меня. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео и быть в курсе моих новых мастер-классов. Приступаем. Начинаем вязать мышонка с носика, поэтому берем светло-розовую нить. Набираем 2 воздушные петли или кольцо амигуруми. И провязываем 6 столбиков без накида.
Вязание будет идти по кругу без дополнительных петель подъема, то есть по спирали. Следующий ряд делаем прибавку в каждую петлю. У нас получится в итоге 12 петель. Следующие два ряда провязываем 12 столбиков без накида по кругу. Два ряда у нас связано. Делаем следующий ряд убавочный. Делаем 6 убавок. У нас должно получиться 6 петель в итоге. Носик связан. Нам нужно сменить нить. Розовую мы обрезаем. Присоединяем серую нить и вяжем за передние половинки петель. В каждую из них делаем прибавку. У нас должно получиться в итоге 12 петель. Хвостики ввязываем, чтобы закрепилась ниточка и не распустилась. Провязываем за переднюю половинку петель. Довязали. Концы ниточек можно спрятать вовнутрь. Я это делаю с помощью обычного стержня. Провяжем еще один ряд, 12 столбиков без накида. Теперь можем немножко носик набить. Для удобства поставим маркер, чтобы не сбиться. Вы можете использовать ниточку. Я использую обыкновенную булавку. Следующий ряд. Вяжем сначала один столбик без накида. Вяжем два полустолбика с одним накидом в одну петлю. Сделаем таких прибавок 6, по 2 полустолбика с одним накидом в одну петлю. Провяжем столбик без накида и 4 соединительных столбика. Следующий ряд. Вяжем один столбик без накида. 12 полустолбиков с накидом. И еще 5 столбиков без накида. Следующий ряд. Вяжем столбик без накида. 2 полустолбиков с одним накидом в одну петлю. 1 полустолбик с одним накидом в одну петлю.
Опять 2 полустолбика с одним накидом в одну петлю. Полустолбик с одним накидом. Прибавка опять полустолбиками в одну петлю. Столбик без накида в одну петлю. То есть получается, что мы провязываем 2 полустолбика с одним накидом в одну петлю, потом просто полустолбик с накидом. И это мы повторяем 6 раз. У нас должно получиться таких 18 полустолбиков с одним накидом. Вот, я провязала. Провязываем 1 столбик без накида и 4 соединительных столбика. У нас должно получиться 24 петли в ряду. Следующий ряд. Вяжем столбик без накида. 18 полустолбиков с одним накидом. И провяжем 5 столбиков без накида. Это у нас получилась мордочка мышонка. Где полустолбики с накидом – это низ, где соединительные столбики были – это верх. Провяжем еще 3 столбика без накида. И переместим маркер. То есть у нас теперь новое начало ряда. Следующий ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Прибавка. И повторим это 6 раз. У нас должно получиться 30 петель. Следующий ряд. Вяжем 4 столбика без накида, прибавка. Повторяем это 6 раз. У нас должно получиться 36 петель. Следующий ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, прибавка. Повторим это 6 раз. У нас должно получиться 42 петли. То есть прибавки идут у нас над прибавками. Следующий ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Прибавка. Повторим это 6 раз. У нас должно получиться 48 петель. Напоминаю, что вязание идет по кругу без дополнительных петель подъема. По спирали. Следующий ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. Потом делаем прибавку. Повторим это 6 раз. У нас должно получиться 54 петли в ряду. Провяжем еще 3 ряда без изменений. То есть по 54 столбика без накида в каждом. По кругу. Готово. Следующий ряд. Вяжем только за задние половинки петель. 54 столбика без накида. По кругу. И провяжем еще один такой же ряд. Тоже за задние половинки петель. 54 столбика без накида.
Захватываем только задние половинки петель. Дальше будем вязать ряды, захватывая обе половинки петли. И провяжем 3 ряда по 54 столбика без накида в каждом. Довязали. Следующий ряд вяжем 7 столбиков без накида. Делаем убавку. Повторим это 6 раз. У нас должно получиться 48 петель. Дальше у нас пойдут только убавочные ряды. Следующий ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Делаем убавку. Повторим это 6 раз. У нас должно получиться 42 петли. Следующий ряд. Вяжем 5 столбиков без накида. Делаем убавку. Повторим это 6 раз. У нас должно получиться 36 петель. Следующий ряд. Вяжем 4 столбика без накида. Делаем убавку. Повторим это 6 раз. У нас должно получиться 30 петель. Следующий ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Делаем убавку. Повторим это 6 раз. У нас должно получиться 24 петли в ряду. Следующий ряд. Вяжем 2 столбика без накида. Делаем убавку. Повторим это 6 раз. У нас получится 18 петель. Следующий ряд. Вяжем 1 столбик без накида. Делаем убавку. Повторим 6 раз. У нас должно получиться 12 петель в ряду. У нас остался последний убавочный ряд. Но прежде мы набьем туловище и голову нашего мышонка. Сначала плотненько набьем мордочку. А потом все туловище. Провяжем последний убавочный ряд. Сделаем 6 убавок. У нас получилась маленькая дырочка. Через нее мы еще немножко набьем, чтобы попа была мышонка не плоская, а выпуклая все-таки. Я вот с помощью стержня набиваю. Все. Ниточку обрежем. С помощью иголки мы закрепим. Пропустим нить через передние половинки петель последнего ряда. И затянем. Нить закрепим. И спрячем в полотне мышонка. Все, мы связали голову и туловище мышонка. Теперь мы свяжем сыр.
Возьмем желтую нить. Повернем туловище мышонка к себе последним рядом. Присоединим нить. Вот у нас, помните, мы провязали два ряда за задней половинки петель. Да? Вот мы присоединим к первому такому ряду сзади. Если смотреть сзади, то это будет у нас первый ряд. За задние половинки петель. Мы будем захватывать за оставшиеся, вернее, половинки петель. Присоединим желтую нить. Провяжем 8 столбиков без накида. Потом прибавка. Повторим это 6 раз. У нас должно получиться 60 петель. При этом хвостик мы этот будем также провязывать, чтобы он не был виден. То есть провязываем 8 столбиков без накида, захватывая вот эти вот оставшиеся половинки петель. Весь хвостик можно не вязывать, можно его обрезать. Главное, мы его захватили, закрепили. И также за переднюю половинку петель мы делаем прибавку. И так вяжем до конца ряда. 8 столбиков без накида, прибавка. Дальше вяжем за обе половинки петель. Провязываем 4 столбика без накида. Делаем прибавку. И повторим это 12 раз. У нас должно получиться 72 петли в ряду. У нас получится в итоге 12 прибавок. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменений. 72 столбика без накида по кругу. Провязали. Не забудьте поставить себе маркер, чтобы не сбиться. Следующий ряд. Вяжем 5 столбиков без накида. Делаем прибавку. Повторим это 12 раз. У нас должно получиться 84 петли. Следующий ряд. Вяжем без изменений. 84 столбика без накида по кругу. Следующий ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Делаем прибавку. Повторим это 12 раз. У нас должно получиться 96 петель. Следующий ряд вяжем без изменений. 96 столбиков без накида по кругу. Следующий ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. Делаем прибавку. Повторим это 12 раз. У нас должно получиться 108 петель. Следующий ряд. Последний. Вяжем без изменений. 108 столбиков без накида по кругу. Заканчиваем соединительным столбиком. Нить обрезаем и закрепляем. Все, одна часть сыра у нас связана. Поворачиваем мышонка носиком к себе. Присоединяем желтую нить половинкам петель непровязанных и вяжем переднюю часть сыра точно так же, как и заднюю. Начинаем. 8 столбиков без накида, прибавка, и повторим это 6 раз.
Также хвостик ниточки ввяжем в полотно, чтобы не распустилось. То есть этот ряд мы вяжем за оставшиеся половинки петель. Следующий ряд. Вяжем 4 столбика без накида, прибавка. Повторяем это 12 раз. У нас должно получиться 72 петли. Следующий ряд вяжем без изменений. 72 столбика без накида по кругу. Следующий ряд. Вяжем 5 столбиков без накида. Прибавка. Повторяем это 12 раз. У нас должно получиться 84 петли. Следующий ряд вяжем без изменений. 84 столбика без накида по кругу. Следующий ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Прибавка. Повторяем это 12 раз. У нас должно получиться 96 петель в ряду. Следующий ряд вяжем без изменений. 96 столбиков без накида по кругу. Следующий ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. Прибавка. Повторим это 12 раз. У нас должно получиться 108 петель в ряду. Вяжем последний ряд без изменений. 108 столбиков без накида по кругу. Делаем соединительный столбик. Две детальки сыра мы разровняем, чтобы не было никаких складок. Хвостик спрячем вовнутрь. И будем обвязывать рачьим шагом, захватывая петли передней части и задней. Можно обвязать столбиками без накида или просто сшить. Главное, чтобы не было перекоса. Туго сильно стягивать не нужно. Но и не слабо, равномерно. И так до конца ряда. Набивать внутри сыр не нужно. Он и так достаточно плотный и держит форму. Довязываем. Ниточку обрезаем. Закрепляем. И прячем внутрь полотна. В следующем видео мы свяжем остальные детальки мышонка, ушки, лапки, хвостик, листики с ягодками. И соберем нашу подвеску. Видео выйдет совсем скоро, чтобы не пропустить вторую часть. Нажмите на колокольчик, и вам придет уведомление, но при условии, что вы подписаны на меня. Поэтому подписывайтесь и продолжайте вязать со мной этого славного мышонка.